В Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева увеличат суммарную единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы. С 800 тысяч она вырастет до 1 000 000 рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу и выплате можно узнать в пункте отбора на военную службу или в любом из военных комиссариатов. В настоящее время мы видим, что желающих поток не снижается, либо увеличится какие-то из дней. Наши ребята идут и патриотично говорят о том, что надо заканчивать с этим безобразием, которое происходит на границах нашей страны.